На Dreamcast сегодня у нас необычная игра, удивляющая своей простотой, огромным интересом, очень хорошей графикой и искрометным юмором. Приключения братьев Флойган. Хочу задать вам банальный вопрос. Как давно вы играли не в гонки, не в стратегии и не в стрелялки, а в просто хорошую, веселую игру без определенной жанровой принадлежности? Что? Очень давно? Никогда? Не бойтесь, у вас еще не все потеряно. Хотя я имею в виду только владельцев Dreamcast, так как прикольные приключения братьев Флойган вышли только на этой платформе. Знакомьтесь, Верзила-переросток Мойгл и гном-коротышка Хойгл. Два веселых брата, сочетание качеств которых выплескивает на экран львиную долю здорового юмора, надрывая наши животы на протяжении многих часов. Они не хотят тащить нас на очередное спасение Земли, не хотят ограбить банк или стать всемирными звездами. Их мечта – спокойная жизнь в четырех стенах родного дома. И с такой сложной миссией им не справиться без нашей помощи. Цель игры чрезвычайно проста. На словах и требует немного головного мозга на деле. Вам и маленькому брату с помощью всевозможных изощрений и манипуляций с предметами надо собрать диковинную машину, чтобы спасти свой дом. Пожалуй, это единственная игра, где наш главный герой ни черта не умеет. Слабенький, дохленький, низенький сопляк. И поэтому нам постоянно придется использовать способности большого брата. Поверьте мне, это не так-то легко, как кажется. У нашего тупого шкафчика 2 на 2 постоянно меняется настроение. Он хочет спать, есть, учиться, играть. Если вы будете невнимательно относиться к его требованиям, то он очень сильно разозлится. Головоломки в игре не особенно сложные и содержатся в игре в пропорции 2 минуты размышлений на 5 минут дикого смеха. Например, чтобы запрыгнуть на высокую полку, надо подманить к ней большого брата и бегать вокруг него, пока у того не закружится голова и он не рухнет. После чего отталкиваемся от желеобразного живота, и мы на полке. Так что не пытайтесь логически подойти к проблеме. Попробуйте самые идиотские варианты. Все решится само собой. И помните, по раздельности вы никто, а вместе вы сила. Что, не ожидали? Я так и знал. А ведь теперь в каждом выпуске нашей передачи мы будем знакомить вас с играми на персональный компьютер. Возрадуйтесь, владельцы этих мощных машин. Теперь и вы сможете найти свою любимую игру в магазине Дом Дэнди. Итак, я представляю вам Сэма. Крутого Сэма. Свершилось. Если честно, давно мечтал рассказать вам о какой-нибудь игрушке на ПК. Но то времени не было, то сам компьютер был далек от нашей передачи. Теперь все изменилось. И я с гордостью представляю вам родоначальника новой рубрики «Крутого Сэма». И не надо мне убеждать, что крутые бывают только яйца. Наш стильный парень в майке, джинсах и кроссовках даст любую фору целому отряду морских котиков. Многократно раненый в битвах с инопланетянами, но ни разу не поверженный, Сэм Юристоун после своего первого миллиона убитых получил кличку «Крутой». Но захватчиков было куда больше, и постепенно, уничтожая планету за планетой, они добрались и до Земли. Человечество использует последний шанс, послав с помощью машины времени одного человека в прошлое, чтобы изменить ход времени. С выбором кандидата больших проблем не возникло. Итак, прибыв в Древний Египет, наш герой дружелюбно поздоровался с местными жителями. Кто не спрятался, я не виноват! Местные шутки не оценили и не спрятались. А зря, было бы меньше мяса. Кстати, запомните это слово, ведь именно оно определяет всю сущность игры. Что есть один противник для крутого Сэма? Ничто. 10 противников, пушечное мясо, путающееся под ногами. 100 противников, небольшие неприятности. А теперь представьте. Сколько тварей нужно поместить на один экран, чтобы вручить нам билет в мир иной? Правильно, лучше не считать. Мумию 2 смотрели? Ну, тогда вы меня понимаете. Действие длится непрерывно, а редкие минуты затишья пугают своей неопределенностью еще больше, чем стадо быков на горизонте.
Палец часами долбит левую кнопку мыши со скоростью швейной машинки, а в ушах стоит леденящий душу крик камикадзе. Нет, эту атмосферу надо почувствовать. Оружие в игре огромное количество. Пистолеты, ракетницы, плазменные винтовки, вертолетные пулеметы. Особенно хочется отметить корабельную пушку с стреляющими ядрами и без особых проблем помещающуюся в заднем кармане джинсов. Также любимое оружие любого думера – бухт-волку. Кстати, я неспроста провел параллель между этими двумя играми. И, честно говоря, крутой Сэм – это вливание свежей крови в угасающий жанр 3D-шутера. Игра, возродившая традиции Дума. И только за это ее можно уважать. А с такой великолепной графикой ее нужно просто боготворить. И только посмотрите на эти невероятно открытые пространства. Какие перспективы для маневров. От одного бархана до другого можно бежать минут 5 на полных парах. Настоящая игрушка из ряда Must Buy. Недовольных нет и не будет. Сэм постарался. Кстати, крутого Сэма могут одновременно играть от 2 до 4 человек в режиме разделения экрана. Представьте себе 4 базуки спиной к спине. В 4 раза больше монстров и одна дымящаяся клавиатура. Мясо. Об этой игре можно рассказывать часами, а играть еще дольше. И в очередной раз, отправив праотцам сотню-другую монстров, задаешь себе вечный вопрос. Это что, все? И не мечтай. А теперь... Ну, в общем, вы сами знаете, секреты и все такое. Полицейские преследования. Коды для Game Shark. Открыть все миссии в режиме преследования. 800 FC 0BA 0014. Открыть все миссии в режиме заданий. 800 FC 342 2014. Открыть все уровни в режиме патрулирования. 800 FC 340 FFFF. База, мы едем на открыть все призы. 800 FC 344 FFFF. Боезапас. 806 B 45 42 400. База, мы едем на восток по Оранж-стрит. Время 800 465 C 6 2 4 2 0. А теперь простые секреты. В главном меню ввести влево-вправо L1 R1 0 квадрат R2 L2. Теперь вам доступно все оружие в режиме патрулирования, а также открыты все бонусы. Машина принадлежит Рио Гарсия, известному торговцу наркотиками. Найди свою игру. Компьютерная приставка, видеоигра, картридж, диск, журнал или самый обыкновенный джойстик. В магазине Дом Дэнди. Все это и многое другое. Огромный выбор. Вау. Виртуальная страна для реальных геймеров. Альтернативы нет. Дом Дэнди. 47-41-96. Богдана Хмельницкого, 33. Ну вот наша программа.